inside lane. Missing exits, I'm glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more. Процентов на 80 свой сегодняшний план мы выполнили. Мы фактически дошли до Ялта Интурист. Я показал вам старый разрушенный корпус в пансионате Актер. Хоть с моря, но тем не менее вам его показал. А теперь двигаемся мы все-таки наконец-то в другую часть набережной Ялты. Идем уже по самой набережной, не по той дороге, по которой мы шли по верхней части. А идем конкретно по самой набережной. Чайка на пляже называется, сам пляж. Не сумели мы все-таки дойти до самой Ялта Интурист по крутой дороге. Вдоль проезжающих машин было не совсем верное решение идти туда. Сейчас возвращаемся в обратную сторону. Пройдем через пляж Актер. Покажу вам часть пансионата пляжа Актер. И посмотрим вторую часть Ялтинского пляжа, Ялтинской набережной. Тоже, ребятки, можно было по сути никуда и не ходить. Мы так долго шли в район Ялта Интурист, и я всю эту дорогу хотел вам показать. Недостроенный корпус в пансионате Артек, в который были вложены огромные деньги, а в итоге мы вернулись в то же самое место, с которого начинали съемку. Это пляж Ковер, и вот она, то самое здание, которое я все хотел вам показать. С другой стороны никак, к сожалению, к нему не подойти. Только со стороны моря его можно посмотреть. Со стороны самого главного входа в санаторий Актер, пансионат Актер, его не видно. Процентов на 80 свой сегодняшний план мы выполнили. Мы фактически дошли до Ялта Интурист. Я показал вам старый разрушенный корпус в пансионате Актер. Хоть с моря, но тем не менее вам его показал. А теперь двигаемся мы все-таки наконец-то в другую часть набережной Ялты. Что хочу сказать от себя, что мне не понравилось по дороге к Ялте Интурист по пляжам, это то, что большинство пляжей перекрыто, перегорожены, они отгорожены друг от друга. И в большинстве случаев невозможно пройти по набережной от одного пляжа к другому пляжу. То есть каждый закрылся, отгородился забором, и вход приходится очень долго искать. Я очень надеюсь, что когда начнется сезон 1 июня, это все будет исправлено. Пооткрываются двери, ворота. Ну и вообще в будущем сделается единая набережная, от которой можно будет прогуляться от начала до конца.